Всем привет! Продолжаем рассматривать картины, описание к ним. Витория Карпаччо. Размышления о страстях Христа. До 1510 года дерево масла темпера 70,5 на 86,7. В этой картине Витторио Карпаччо обратился к особенно волновавшей венецианских художников того времени теме мистического переживания. Художник изобразил мертвого с пробитыми ладонями, ступнями и раной в боку Христа, о страданиях которого размышляют святые Иероним и Иов. Иероним сидит, погруженный в себя, прижав руки к груди. Иов рассуждает вслух, положив ногу на ногу и жестикулируя. В этих персонажах и живых позах видно мастерство Карпаччо, создавших многофигурные полотна, наполненные движением самых разных действующих лиц. Размышление о страстях Христа несет в себе влияние Андреа Матени, которое выражается в суховатом и четком письме. Обилие камня, аскетичных, внешне и мощных внутренних персонажах. В этой работе заметны и воздействия венецианца Джованни Беллини с его любовью к созерцательному состоянию и сложной символике картин, а произведения Карпаччо наполнены символами. Полуразрушенный трон Христа, каменистые горы слева, сухое дерево, череп кости напоминает о тщете земной жизни. Им противопоставлены плодородная долина, зеленеющие деревья, как и взлетающая ввысь над троном птица, символ воскресения. С мраморного пьедестала, на котором лежат две книги, одна из которых раскрыта, свисает четкий символ молитвы, напоминающий о том, чем человек может спастись. Ну, вот такое описание картины «Размышления о страсти Христа» Витория Карпаччо я нашел в интернете. Все, всем пока, всем привет, до свидания.